Как-то по жизни идти, улыбаться? Да! Да здравствует выпуск 2016! Я жил в этом марлевые повязки, я палил дымовухи, бросал из балкона. У меня на стене был плакат Сталлоне. Меня не возили в Европу на лето, и не покупали PlayStation 3, зато... Я не буду, наверное, открывать Америку. Я тоже скажу. Ребята, дорогие ребята, выпускники, наступил тот день, который вы так долго-долго ждали. И сегодня, получив аттестаты зрелости, вы настолько счастливы, настолько радостны, что не совсем не думаете о том, что в вашей жизни наступил тот самый важный момент. Вы попрощались с детством. И теперь у вас уже не будет уроков, у вас не будет перемен, у вас не будет учителей, которые будут ходить за вами и говорить: ты выучил уроки, ты отчитался, все. Наступил самый важный, самый ответственный момент. Вы прощаетесь с детством. А вот сюда и ложись.